Вот то, что говорил Walgreens Pharmacy, это еще одна аптека. Помните CVS, когда я снимал? Ну и вот тоже очень популярная, я думаю, в Москве знают тоже, Starbucks. Здесь тоже на каждом углу. Ну и родной Макдональдс. Без него-то куда, конечно. Ну ладно, пока. Вот еще такой момент интересный. Вот видите, лестница, да? Это после великого пожара в Чикаго был в свое время давно. Вот видите, все дома теперь оборудуют лестницами, чтобы можно было сбежать. Это не шутки, это действительно так. Видите, лестницы везде. И в кино, наверное, видели тоже 100 раз. Чтобы можно было в случае чего вниз спуститься. Ну-ка, наверх, если подняться. Ой! Ай! Огромные дома. Хопа! Вот то, что вы видите очень часто в разных фильмах, это надземка знаменитая чикагская. Вот она. Я решил тоже несколько минуточек, секундочек этому посвятить. Ну вот перекресток города Чикаго. Оба. Ну вот посмотрите, как люди ходят, во что одеваются. Какие машины? Ну, машины, ладно, машины я 100 раз уже снимал. А людей-то, наверное, поинтереснее. Вот на велосипедах, такси, почему-то белое, не желтое. Это странно. Ну, вот как-то так. На секундочку просто. Смотрите, корзинки какие красивые висят. И вот где-то здесь еще было. Опс, вот еще корзинки. Город украшают. Хоба. Вот смотрите, вот два вагончика, а их еще и больше может быть. Это что такое? Там разная закуска, и они там целый день не стоят. Они только вот сейчас как раз время обеденное. И вот они там, значит, подъехали, распродали и назад. Такой вот бизнес. Довольно-таки интересный. А вот там сзади, жена подсказывает, а... Вот смотрите сейчас, опа, вот велорикша, как говорят, много русских там работает. Там только русские. Да, вот только, да, русские организовали. Да, я хотел, все хотел биржу показать, вот Чикагская биржа знаменитая. Ну вот по часам ориентируйтесь, вот там часы, не знаю, видно, нет ли. Вот, и вот там вот биржа Чикагская. А это какое-то старинное здание, красивое. Какое-то красивое, с лепниной. Пилястры. А, ну да, ну это биржа, вот биржа. Я когда-то ее снимал. Вон там какая-то наверху, Гагарин, что ли. Что-то какая-то скульптура в лучах заката. Похоже на Гагарина. Так. Ладно, люди ездят, эти ждут, те поехали, ну и мы пойдем помаленьку. Улица Чикаго. Такси разных цветов, разных белых, черных, синих. Люди с волосами, без волос. Всего помаленьку. А это что за камера хранения? А, бесплатные журналы. Можно брать, доставать и брать. Да мне не надо. Да, это бесплатные журналы. Вот, а это что за велосипеды? Прокат. Можно на прокат, такой велосипед. Берешь видите? Здесь, а на другой стоянке сдаешь. Там, берешь там, здесь, у меня жена все знает чисто. Берешь здесь, а на другой стоянке сдаешь. Крутой велосипед. Кафешка с Wi-Fi, естественно. Ну ладно, пока отключусь. Скоро батарейка сядет уже. Зря я выключался. Вот смотрите.
не прошло и 2 метров от лестницы, те самые чикагские, я говорил, видите, и до самого конца, я сам-то не вижу, что снимаю, солнце яркое. Люди сидят, отдыхают в рабочее время. И это я. О, вот это я иду. Так. Это остановка автобусная. И все вот с этими, со смартфонами, все с ума сходят. Я уж теперь не отключаюсь даже. Вот опять бесплатные журналы. Только нету. Тоже бабушка клянчит что-то. Наверное. А, вот, да, пойдем. Пойдем. Вот я говорил. Да тут вообще на каждом шагу снимать. Вот они подъехали. Много-много разных. Чикен и прочее всякое. И вот и люди стоят и кушают. Потому что как раз с работы подошел. О, подошел, скушал, залил горчицей, кетчупом. Вот так. Вы продали, купили пироги. Ага, кафе на кафе. Пироги — это польские эти пельмени, что ли. Ну, конечно, в Польше стоит. В общем, вот так, это вьетнамцы что-то продают. Вот живой вьетнамец стоит. А это у нас хот-дог. Ну, это понятно, что. Ручки машет. Так, а здесь что такое? Человечина? Черепа. Да, интересно, рукой машет, слышишь, что говорю. Понравилось сниматься, о какой красивый на велосипеде. А это знаешь кто? Эти рассыльные, они в Польшу возят от бизнеса. Рассыльные, точно, кино же такое было. Он на велосипеде все гонял, такой еще какой-то смешной артист там играл. Все подряд уже снимаю, хватило бы батарейки. А вот здесь пирожные. Мороженое, пирожные, всякие конфеты. Смотрите, сколько их, да, вот этих вот. Угу. Лобста, патта. А, это они смеются. Американцы так же черные говорят. Не лобстер, а лобста. Лобста. Лобста какая. Кто? Да вот белый. А, фигура, да. Оп. Ладно. А здесь соки. А здесь соки, джус. На пробу дают. Не надо, нет. На пробу дают соки. А вот опять. И опять привязываю. Ты что? А вот опять Макдональдс. А, Макдональдс, да. Тут мы не сняли, сейчас это снимем. А вот и Волгринс. Ну попробуй, что выходит. Где колокол? Вот. Вот. Ах, да. Вот. Колокол, правда, жена заметила, я нет. Царь колокол. Почти как в этом, как ее. Где Путин сидит? В Кремле. Идем, идем. Вон, видишь, зеленый человечек. Человечек вообще белый. Ну, побелел. И вот здесь тоже полно. Он зеленел все. Полно. Что-то, наверное, ругает. Куда идем? Оба. Это знаменитое здание, плаза вот это, банка Чейз. Банк Чейз. А это фонтан, банка Чейз. Они что так симпатичны, правда? Ну, просто люди сидят, отдыхают. Вон сколько сидят, расположились, отдыхают. Балдеют, кушают кто-то. Кто-то просто так, кто-то кушает. Так, это голуби, обычные голуби, как везде. И вот я еще хотел показать вот Exelon Plaza.
название, да? И часы красивые, я не помню, захватила их или нет. Ну, в общем, Плаза. Плаза – это площадь. Вот такая площадь. Симпатяшная. Вот это голубое теперь такси, да? Всех цветов радуги. Ладно. Вот если вы помните, вот они были эти самые часы. Вы просто с правой стороны обошли. И вот это вот знаменитая Чикагская стена Шагала. Помните, был такой художник? Вот он это все нарисовал. Всю вот эту ерундовину. Она давно здесь стоит. Ну вот так. А здесь люди. И вот эти вот берут на прокат такие велосипеды. Ну, вы их уже видели, ладно. Так, вот велосипеды вот эти, да, вот здесь тут какая-то кибернетика, его вставляешь туда-сюда. А вот сколько это стоит? 9,95 за 30 минут. И, значит, если дополнительно, до 60 минут 2 доллара, 96 долларов и over 90 минут 8 долларов. Понятно, да? Вот здесь платишь, карточку вставляешь, блэмс-блэмс и поехал. Вот такие дела. Так, ребята, еще раз. Вот она, стена Шагала, да? А что я сейчас? И вот здесь вот пандус. И можно, если человек инвалид, но он интересуется... На коляске. Если он интересуется искусством, здесь вот проехать по пандусу. Ну, вообще-то это здорово, конечно. Все в наушниках. Все с плеерами, вернее, с телефонами, со смартфонами. В общем, как-то так. Такси вообще можно отдельно снимать. Всех цветов радуги. Я и не знал никогда. А вот этот на велосипеде поехал тоже. А вон еще один велосипед со скрипочкой. Зачем он со скрипочкой? Непонятно. Вот не знаю, видно, не знаю, нет. Видите, как сверкает? Сверкает. Весь сверкает асфальт. Или это бетон. Я не уверен, получится это на кадрах или нет. Но вот он прям весь такой переливается. Смешно. Опа, успел захватить. Успел. Вон туристы. Видите, крышу сорвало этого автобуса. И там туристы едут. Ну так, ладно, это я опять. Вот это я снимаю. Вот если видите, табличка State Street. Что это означает? Вот эта улица, вот она, на которой мы сейчас стоим, да? Она нулевая. Нулевая. Делит город Чикаго на восточную и западную сторону. Вот точно мы сейчас стоим посередине. Этим она и знаменита. Ну, больше ничего. Это я что снимаю? Это вот, видите, трамп. Видите или не видите? Должны видеть. Вот здание трамповское. Вот сейчас личность популярная. А, ну это опять одна надземка шурует. Ну мы здесь все крутимся в одном месте, пешком там шкодим. Вот, трамп. Понятно, да? Оп, вот это Миллениум Парк, тот самый знаменитый, про который много чего говорят всегда, когда упоминают Чикаго. Вот я разворачиваюсь, вот он начинается, и вот эта вот штуковина здоровая, мы потом поближе подойдем, это летний театр. И тут всякие концерты, причем бесплатно даже. Вот, мы сейчас поднимемся повыше и поснимаемся там тоже. Ну ладно, пока я отключусь, еще раз зафиксируем. Во, Миллениум Парк, начало. Ну вот я поближе подошел. Ну так не очень понятно, конечно, что это за конструкция, но это точно не самолет. Это именно то, что я сказал, это летний театр на открытом воздухе. И вот эти все штуковины, это для акустики специально было рассчитано.
просчитано на компьютере. Мы сейчас поближе подойдем. А, это мы сзади. Там, наверное, входят и выходят. А, вот. А я-то думал, что тут есть. О, вот так. О. Вот здесь такое концерты счастье. Концерты бесплатные. Концерты бесплатные. А туда люди приходят, когда здесь мест нет. Уже со своими складными стульчиками на траве вот лежат. Жена мне подсказывает, вот это вот стульчики. А когда мест не бывает, например, когда Алла Пугачева выступает, вот, то вот там можно просто принести скамеечку и там на скамеечке устроиться. Вот. Одеяло, с одеялами приходят. С одеялами, да. Пить, курить здесь запрещено. Но это можно и не говорить, потому что это действительно везде запрещено. Вот так вот. Такой интересный театр. А это про акустику ты сказал? Оба. И вот смотрим, что здесь есть. Вот сегодня у нас 17 июня, и сегодня будет Бетховен, первая симфония. Ну и так далее. Шопен, Дворжак. Ну, вот такая музычка. Приходи, слушай, если тебе это интересно. Ну, напоминаю, это вот в этом зале. Чтобы вы не запутались окончательно, это вот в этом зале слушай. Слушаю Бетховена. Вот там внутри птица. Опа! Молодец! Вот так и надо. Взял и утащил. Так. Ну, вот это... Мы продолжаем ходить по Лимониум, фу ты, по Миллениум парку. И вот это знаменитый вот этот вот бин, этот дурацкий пузырь. Ну, подойдем сейчас, посмотрим. Всегда его показывают. Это символ Чикаго. Как Кремль. Опять я про Кремль. Ну, с чем-то надо сравнивать. Сейчас, может быть, я сам себя найду здесь, в этом пузыре. Так. И где я есть? Он же отражает. Кто меня видит? Так. А, вон он, я иду. Я шляпу надел, видите, в шляпе. Это я в шляпе. Вот я ручкой машу. Привет, привет. Вот такой пузырь. И все здесь стоят, интересуются. А там вот какие здания интересные, тоже красивые. Вот, в общем, вот он пузырь. Понятно, да? И все снимают. Ну, всем же интересно-то. Конечно. Оба. Вот убей меня, Бог, я не знаю, что это такое, для чего. На этом вот все вот в Миллениум парке. Столько всяких вещей в Америке непонятных совершенно. Вот стоит такая голубая, здоровая фиговина. Железная, с проволокой. Не знаю, для чего это. Вот я к тому и снимаю, может быть, кто-то знает, подскажите. Ну и наши здания вот эти красивые, и милицейская сирена. А это кафешка маленькая. Опа. Смотрите, какая классная развлекуха. Там вот, опа, вон что делается. И народ там, детвора, вон что. И просто так ходят. Это вот башня такая здоровая. А тут вода течет. О, а здесь вот время от времени она тоже так фух. Здорово. Пойти мечта. Тут взрослые ходят, вон. Дяди большие, и тети. И все на свете, и белые, и черные. Здесь вот вторая башня. Там какой-то кадр. Там тоже водичка течет. Смотри, что делается. Типа... Одной большой лужи такой огромной. Опа, ну все, животом ложись, животом, так, отлично. Красота. Ну, ребят, поваляться, да? Сейчас как брошу камеру и туда. Уже вниз. Вон, а этот ботинок пошел. Что делается-то, а? Что делается? Вон они. Смотрите сами.
А этот сухой еще пока. Сейчас будет мокрый. Вот так поплыли, поплыли. Вот так учиться плавать. Хорошо, животом по асфальту. Лепота. Ну ладно, пока. Опа, у меня уже батарейка садится. Вот на последних огрызках, как говорится, батарейки я снимаю. Вот смотрите, вот они эти велорикши, да? Вот они прям выстроились в ряд, да? И все это русские ребята организовали и катаются. И нужно, конечно, иметь крепкие ноги. Вот. И, в общем-то, хватает желающих. Вот так вот, раз. Вон там вообще вон несколько сразу. Это какие ноги нужно иметь, чтобы 4 человека или там 3 увезти. Вот. И рекламу там можно делать тоже. Видите как? Организуйте у себя в городе. Откуда бы вы ни смотрели. Ну все, пока.